Здравствуйте! Сейчас поговорим о турецких звездах, которые были награждены за свой труд. Итак, первой стартует Серинай Сарыкая, которая дважды номинирована. Сначала она получила звание «Лучшая театральная актриса». Всем известно, что Серинай Сарыкая гастролирует со своей театральной труппой, показывая спектакль под названием «Алиса», где Серинай исполняет главную роль. Вскоре Серинай снова была награждена званием «Самая почитаемая актриса женского театра» в 2019 году на 18-й церемонии награждения «Алтын Ылдыз» под названием «Классика звезд года», организованной бизнес-клубом «Йылдызы». Не можно не отметить тот факт, что актриса была очень счастлива, получив эту премию. Она с радостью благодарила всех и давала интервью. Но самым приятным была встреча Серинай Сарыкая с Танер Алмес, где они радостно обнялись и очень эмоционально обсудили награду. Напомним, что эта парочка бывшие коллеги по сериалу «Прилив». Хочу заметить, что Серинай сейчас уделяет большое время театру, а Танер Алмес участвует в съемках сериала «Чудо-доктор». Также были отмечены Бурджу Асберг, которая в 2019 году исполняла главную роль в сериале «Плохая девчонка». Неслихан Атагюль, эту красотку просто не можно не отметить, ведь она по-настоящему много работает. На данный момент снимается в сериале «Дочь посла». На днях известная актриса Мерьем Узерли выставила пост в Инстаграм, где она благодарит Энгель Сису и Сам Пакфи за звание лучшей актрисы кино. В связи с этим я хотела бы выразить особую признательность вашей организации, которая занимается жизнями людей с ограниченными возможностями. Я очень восхищаюсь тем, что эти люди могут участвовать в культурной и общественной жизни с равными правами и без какой-либо дискриминации, а также развивать свой творческий, интеллектуальный и художественный потенциал. Как резюмировано в Конвенции Организации Объединенных Наций о правах инвалидов 2008 года. Я надеюсь, что другие последуют вашему положительному примеру. Пускай Бог пошлет вам все силы и благословения для этого. Вот такие результаты показали наши девочки. Они по-настоящему заслуживают самых высших наград и похвал. Всем спасибо за внимание. Пишите, кого бы вы отметили и какую награду бы дали.